И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима с Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Вам понравилась серия, где была битва аниматроников в Сандбокс. Диманчик, поздравайся. Всем привет. Ролик набрал 100 тысяч просмотров и там 5 тысяч лайков, где-то так, я не помню. Так что сегодня вторая часть. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Диман, писали, чтобы мы сделали стража против аниматроников с дубинками. Можно не только дубинки, можно и лазерные мечи добавить для да красоты. Да можно с чем угодно. Вообще писали мне тоже, конечно, писали, давай, но Диман, мало людей писало. Смешаем твои и мои и сделаем что-нибудь среднее. Да, у меня там один комментарий только написали по этому поводу. Ребята, не забываем подписываться на канал Димана Покемона, ссылочка в описании. И считайте, мы уже сделали ему 40 тысяч подписчиков, осталось чуть-чуть. Так что, кто не подписывался, подписывайтесь. В общем, Димас, все, я тогда ставлю аниматроников. Так, я им даю лазерные мечи, вот как видишь, да? Не вижу. А, не выключены, потому что нет врага. Да. Вот такие они вот пока дела. Не знают, кого гасить, они думают такие, так, что нас Фредди, поставили. Так, Фредди, Фокси, куда Чика нас? И Бонни против стража. Думаешь, одного стража хватит? А, ну, давай для проверки. Мне кажется, сейчас просто аниматроники все... Подожди, надо NPC, Димон, там включить же, ты помнишь? NPC? А, ну да, включай давай. Все, сделал. Все? Все, погнали. Ты готов? Димас, что-то ты не нажал, да, там, все, сделал. Все, они расчехлили мечи и бегут до стража. Бум. Такой звук, как будто он металлический. Офигеть. Что? Как-то очень быстро. Видел, Димас, он еще подпрыгнул в конце. Димон, они, наверное, с той серии очень сильно научились. Кто следующий? Димас, это прям эпично. Я знаешь, что думал? Сейчас страж их всех раскидает, и нам придется составить аниматроников в два раза или в три раза больше. Давай два стража. Офигеть, давай тогда кислотного стража. Он поможет. Давай. Погнали. Бум. Офигеть. Да что это, у них лазерные мечи имбовые. Сегодня аниматроники вообще в духе, конечно, жестко. Давай, Димон, больше стало. Давай 5 или 6 штук. Во, погнали. Ну что, вот это, ребята, битва. Мне нравится. Опа. Смотри, смотри, они перегрузились. Кстати, смотри, получилось. Тот на ноги думает, ну нафиг, пацаны. Фокси пригнулся и начинает ломиться. Ого, труп откинули. Так, здесь битва. Фокси, прощай. Так. Ну, поставил я стражу где-то штуку 8, аниматроников было 5. Но... Неплохо. Стражи, они вообще самые сильные. Давай чистим карту, чтобы не вылетело как-то, да. Сейчас мы найдем им каких-нибудь равных по силе. Такие, знаешь, чтобы они были прям такие жирные, чтобы посмотреть, насколько мечи жестко дамажат. Так, смотрим. О-о-о. Как они называются, забыл? Poison Zombie, но я не знаю, как переводится. Ого! Смотри, как хедкрабы в разные стороны разлетаются. Прикинь, вообще на изи, удара, без одной потери. Хедкрабы, бегите, они вас убьют. Они смотри, не достает. Ой, ой. Хедкрабиков я не вижу. Они ну, своего ладно. Убили. Вообще не надо. Они когда дамажат, смотри, своих дамажат. Смотри, сейчас Бонни один останется. Ладно, я в ну ладно, помогу. Ладно. А то вы... Своих поубиваете всех. Куда они побежали? Я не знаю, там, наверное, кто-то... Хедкраб еще один. Так, аниматроники, выбегайте, где вы там? О, Бонни такой, опа, опа, идите сюда. Чпоньк! На две части, чпоньк, чпоньк! Димон, так классно смотрится, когда они разрубают. Что, на меня, что ли, агрессия? Не-не, а, он разгон берет, я не может. На, опять своего в спину, ну, дурачек. О-о-о! Муравьиные львы. Вот муравьиные львы, они, конечно, слабые, но они вырубают. На! На! Смотри, с одного удара вырубает. Ого, ты что такой псих? О, движ какой. О, на, на! Ого! Ну ничего себе, да что за такое, что за убийца? Димон, это круто смотрится. Ребята, ставьте лайк, если хотите еще серию. Я бы такую третью часть записал бы. О, монтировки-то будет получше, мне это нравится. Так, и зомбайна, да, Димас? Да.
Мужики, держитесь. Пошли, пошли, пошли. А чё вы убегаете? Чего вы убегаете? Они добрые. Смотри, Чика. Чика, бей его. Чика такая, да ну не-не-не-не-не. Да ну нафиг, побегу я. Они так уби... Так тебя бьют. А чё они не дерутся с ними, Димон? А я без понятия. Боятся, наверное, Димас, боятся. Вот давай сейчас чисто для эксперимента я поставлю СМГшку и аниматроника с СМГшкой. Смотри. На меня, черепашка ниндзя. О, стреляет, стреляет, Димас, смотри. Стреляет аниматроник с СМГ. Значит, просто не хочет бить монтировкой или таким оружием? Они просто, наверное, не умеют еще. Да ну как не умеет? Я уверен, против других NPC буду драться. Смотри, валивай, какой идет. Ой, Димас, беги. О. Аниматронику даже вообще ничего не досталось. Да, он опытный. Давай. Ребята, ну что, битва на РПГшках. Чика против Фокси. Давай смотреть. 3, 2, 1, поехали. Бум, бум. Ой, эпично. О, кто-то, кстати, писал, давай на РПГ пусть подерутся. Вот мы, кстати, комментарии уже сделали. Кстати, классно, не один. Классно, а теперь давай... Так быстро? А теперь давай зомбаков, короче. Давай, подожди, я пока отключу, чтобы они не дрались. Да-да-да, включи. Вот так вот сделай, смотри, вот... Не, я не зомбаков, а вот их поставлю. Так, РПГшки я пособираю. По кругу, да? Да-да-да. Нажимать? Не, секундочку. Они слабые, вот эти муравьиные львы. Надо они, мне побольше. Кажется, сами себя поубивают РПГшками. Все, Димас, давай, попробуем. Я не знаю, что получится, но это прикольно. Кольцо из муравьих львов. Должно хорошо получиться. Ого! Бум! Чего? А что так быстро? Димон, ни одна чика не погибла. Это, короче, отряд самоубийц. Ага, самоубийц. Новая серия. Дима, смотри, вот один этих, это один этот чувак. Страж. Бу-бу-бу-бу. Ого, это было сильно. Живой. О, нормально пойдет. Вот уже интересная битва. Кислотный против РПГшников. Чика бегает, думаю, да что такое, кто меня фигачит? Не поймет никак, то ли убегать, то ли идти на них. Что-то смотри, с нее дым идет черный. Так, что-то не так, я так понял. Это было быстро. О, давай так. Чика, пока. На корточке села. Бум. Вот это битва нормальная, ребята. Ой, Чик, как кидануло. Давай, Чика, еще одна. Смотри, этих тяжело убить. Еще один. Ого, ребята. Чика, прощай. А, все, тут слюни пустил. О. Все, хватит. Фух, ты что тут стоишь, зомби? Чики, вы готовы? Давай, Димас, погнали. Все, пошел движ. Это зомби-апокалипсис настоящий. Бум! Ты они считай, заряжаются долго, я понял. Три самых больших чики в мире, давайте. Три чики против толпы зомби. Как будто он выжидает, чтобы они ближе скооперировались, короче. Так. Ух ты! Ой, классно. Просто пшикал. Ого, кишки разлетаются. Димон, ты видишь? Вижу. Блин, я так люблю такое делать. Это вообще на изи их они разобрали. И все, больше никого нет. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.